После официального вступления Вениамина Кондратьева в должность губернатора, это первая встреча руководителей регионов. Ее главной темой стало дальнейшее взаимодействие края и республики. Уже много лет соседние регионы сотрудничают практически во всех сферах экономики, а также здравоохранения, культуре и туризме. Губернатор Кубани выразил надежду, что достигнутые результаты совместных действий удастся не только сохранить, но и приумножить. Сегодня очень важно, что для меня, что для вас, сохранить темп экономического роста. Для меня Краснодарского края, для вас Республики Адыгея, хотя бы на прежнем уровне по отношению к прошлому году. А если мы сможем еще и увеличить, ну, конечно, это большая заслуга. Я надеюсь, что мы сможем к старым достижениям региона добавить новые достижения. Очень на это надеюсь, но прекрасно понимаю, что только вместе, в дружбе с братским адыгейским народом, с вашим уже опытным плечом, мы сможем вот это, о чем говорим, достичь. Традиционно добрые, доброжелательные взаимоотношения Краснодарского края и Республики Адыгея. Это некогда единое целое было. И сейчас мы так считаем, что мы никаких границ нет общаться. Комиссию какую-то создать, постоянно действующую, с нашей стороны, с вашей. Выставки, музеи, культурные встречи, коллективы художественной самодеятельности. Говорили на встрече также и о дальнейшем развитии товарооборота между регионами. Глава Адыгеи отметил, что в республике большим спросом, например, пользуется кубанская молочная продукция. А на полках краснодарских магазинов, обратил внимание Тхакушинов, отрадно замечать продукты из Адыгеи.